Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в библиотеке Архангельского литературного музея. Меня зовут Татьяна Рудная. Сегодня у нас в гостях Алексей Анатольевич Крупин. Да, здравствуйте. Алексей Анатольевич – руководитель астрономического клуба «Звездочет». Этот клуб занимается просветительской деятельностью, и благодаря клубу на свет появились малые планеты, которые носят имена наших талантливых земляков. Алексей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, об этом. Да, у нас раньше был кружок астрономии при Дворце пионеров, и сейчас он преобразовался в Островковый звездочет, потому что многие школьники выросли, уже стали студентами или уже имеют свои семьи, работают где-то и продолжают собираться. Чаще всего на набережной Северной Двины и наблюдаем звезды, планеты, галактики в телескоп и проводим разные акции, выставки, популяризация астрономии. Самая главная наша задача нашего астроклуба. Поэтому мы делаем и какие-то выездные экспедиции, например, на поиски метеоритов. Для участия в фестивале по астрономии наблюдаем солнечные и лунные затмения. Вот выезжали на Северный Кавказ, проводим разные мероприятия, участвуем в проектах. Вот планетарий, допустим, это наш проект нашего астроклуба. Также мы показываем детишкам звезды, планеты. Но в основном мы работаем на энтузиазме, мы энтузиасты. А наш основной главный музей находится в космосе, где летают звезды, планеты в нашей галактике, Млечный путь. И мы наблюдаем эти вот звезды и вычисляем эфемериды, координаты планет. Конечно, наблюдаем большие планеты, но есть и малые планеты, которые названы именами наших земляков. Это планеты Иван Данилов, планета Ломоносова, планета Федора Абрамова, Николая Рубцова, планета Николая Лаверова и планета Архангельск. Всего 7 планет названы именами наших земляков. И, конечно же, одна из самых последних планет, которая была названа именем нашего святого Иоанна Кронштадтского, называется Иоанн Праведный. Тоже летает в космосе. Вот таким образом из малых планет создан некий пантеон, вот, где летают, значит, где находятся имена наших земляков. И теперь, значит, Архангельск также получил космическую прописку. Есть планета Архангельск на небе, которую мы посвятили всем нашим землякам, потому что не можем, как говорится, так сильно разогнаться, чтобы все планеты называть именами земляков. И поэтому вот одна обобщающая планета Архангельск была названа мною и моим другом Тимуром Гречко, который я открыл. И планета носила номер 29-65-77, или просто планета 77. Вот. Но вот сейчас эта планета Архангельск, также есть на небосводе. Ее можно видеть как звездочку 17-й звездной величины. Очень мощный телескоп. Можно рассмотреть или сфотографировать. Вот таким образом появились у нас на небе звезды. То есть именами земляков, именами людей Международный астрономический союз МАС запретил называть звезды. Поэтому называют только планеты. Очень хорошо. Основная задача библиотеки музея – сохранение культурного наследия Архангельской области. У нас есть экспозиции, посвященные Николаю Рубцову, Федору Абрамову, святому и православному писателю Иоанну Кронштадтскому. А как вы оцениваете духовное, культурное наследие Архангельской области? Чьи имена вы хотели бы еще присвоить малым планетам? Да, конечно, вот русских имен на небе не густо. Много открывали малые планеты японцы, любители астрономии из Америки, из Англии. Вот. Но, значит, культурное наследие должно, значит, у нас продолжаться. И мы хотели бы назвать еще и планеты, например, наших интересных именитых земляков. В частности, Ксения Гемп у нас есть, интересная писательница. Есть у нас, значит, плеяда интересных мастеров колокольного звона, звонарей. Есть у нас плеяда писателей, поэтов, музыкантов, художников. Очень большая плеяда. Поэтому хотелось бы назвать, конечно, и малые планеты именем Сергея Звягина,
Вот, и планета прозвучала бы и Женя Зимирева. Это сейчас вот вчера отметил свой день рождения. Дмитрий Трубин тоже можно было бы назвать планетой его именем. Вот. Также есть у нас замечательный художник и Шатрунов. Вот. Есть плеяда звонарей. У нас, например, есть Владимир Петровский, великолепный звонарь, последователь Ивана Данилова. И также Андрей Дьячков, вот, и Олег Юнин. Вот. Есть замечательные поэты. Вот, например, поэтесса Татьяна Руды. Также можно было бы назвать планету небольшую. Вот. И поэтесса в Карелии, допустим, есть интересная очень, которая пишет много про звезды и планеты. Это у нас Валечка Полева. Живет в глухих лицах Карелии и пишет замечательные стихи. То есть достойных людей очень много. У нас в библиотеке музея представлены полотна Дмитрия Трубина, Евгения Зимирева. Владимир Архангельских уже представлял свое творчество. Слышали участники встречи, у нас здесь и колокольный звон, и авторские песни в его исполнении. И эти встречи, конечно же, будут продолжаться. А вы, Алексей Анатольевич, не только, я знаю, математик и астроном, вы еще занимаетесь и литературной деятельностью. Являетесь постоянным участником литературного объединения творчества имени Рубцова, которое сейчас собирается здесь, в библиотеке Архангельского литературного музея. Об этом замечательном сборнике «Поморские краски» опубликованы ваши произведения. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, спасибо большое. Значит, да, я с детства баловался, писал разные рассказики и сделал зарисовки у одноклассников. Я рисовал разные комиксы, даже Мурзилку посылал, по-моему, какой-то комикс. Вот, и в дальнейшем, после армии, уже как бы немножко стал для себя писать рассказики. Но в итоге окончил я, значит, физико-математический факультет Поморского университета. Вот, а работал журналистом многие годы, то внештатным, то в штате работал, конечно. Были интересные эпизоды. Вот, в частности, значит, меня редактор Александр Чуркин отправил когда-то в Котлас в командировку. Вот. Я, значит, решил сделать ход конем, сделал все дело в Котласе и рванул на поезде в Москву. Вот. Там оказалось, что Астрофест на базе Звенигорода, Звенигородской обсерватории, больше не проводится. Он находится где-то там на черных куличках на базе Красногорского Зоркова. Я туда рванул, значит, и успел на последний автобус. В руках была целая сумка камней метеоритов, так называемых, которые мы собрали всем островкам на звездочет. Вот, и пришлось заплатить даже вот водителю автобуса, доплатить 50 рублей, чтобы он довез меня до самой базы. Потому что идти с сумкой, с тяжелой сумкой ко мне, значит, по темному лесу, где нет ни одного фонаря, было, конечно, честно говоря, не очень уютно. Вот, но я бы прошел все равно, конечно, потому что столько приключений было интересных, разных, конечно. И вот так я принял участие в первом астрофесте в 2002 году под Москвой на базе Красногорского Зоркова, где мы договорились с Тёмой Крючко, что надо назвать планету Иван Данилов. Иван Данилов – мастер колокольного звона. Я подарил книгу Тимуру и отдал эти вот камни для исследования, как бы, что если метеориты, то можно будет продолжить сотрудничество. Вот. И Тимура Крючко, соответственно, тоже записал в наш островком звездочет, он тоже член нашего островкового. Вот, и Тимур сказал, что мы ничего не обещаем, вот, но посмотрим. И обратно я уже едва успел на обратный рейс утром. Меня довезли на машине на автобус. Вот, перед этим показали, конечно, интересные камни, собранные по всему миру. Там были образцы камней с Луны, с Марса даже, значит, и Меркурия. Вот, и вот такие срезы камней я посмотрел, конечно, и понял, что ничего нам не светит, наверное, значит, как говорится, и когда сел уже в поезд, успел заскочить последний вагон на север, вот, чтобы завершить командировку, как говорится, ну, и слеза сама потекла из глаз, что, наверное, не сбудется. Но, значит, через два месяца мне звонит Тимур, говорит, все, значит, мы решили называть
нашем сообществе, на нашем сообществе астрофеста. Вот. И от тебя требуется написать телеграмму. Ну, я, значит, отбил телеграмму, которую Тимур направил в Центр малых планет в Гарварде. И через 2 месяца был получен ответ, что да, значит, такой планеты нет на небе. И номер был присвоен еще до этого. Сначала присваивается номер обычно на планете, а потом уже называется. И я, значит, поехал, затем через год поехал, через полгода, вернее, поехал в Петербург, получая сертификат, получая свидетельство на малую планету Иван Данилов. На 2 языках был составлен сертификат, русский и английский. Вот, и мы с Сергеем Старостянковым, вот, другом Ивана Данилова в Петербурге, мы получали этот сертификат. Потому что питерцы считают своим Ивана Данилова, то, что он там родился, Камчатка своим, потому что мама с Камчатки его. Вот, Пиниги своим, мужиком пинническим, потому что отец у него из Пиниги. И даже сам Ян Кронштадтский даровал, по-моему, 5 рублей на строительство дома отцу Ивана, деду Ивана Данилова. Вот. То есть вот такая история интересная получилась. И затем я организовал фотовыставку «Музыка звезд», затем «Звезды наших земляков». Вот. Оказалось, что у нас есть планета Ломоносова, открытая в 1936 году. Вот. И ей присвоен порядковый номер, но оказывается в том, что в то время называли астероиды только женскими именами. Потом, когда спохватились, что женские имена закончились, там Ольга Мария Елизавета, вот, Юнона Паллада Веста, то стали называть мужскими именами уже. Вот. И вот как раз вот планета Ломоносова появилась на таком переломе, что как бы ей еще дали женское имя, вот, а затем стали присваивать уже мужские имена. Там появилась планета Федор Абрамов, затем Николай Рубцов, вот, и затем планета Иван Данилов. Конечно, инициатива названия этой планеты была за вдовой Елены Дорофеевой, которая сама, в общем-то, хороший музейный работник и водит экскурсии сейчас туристов по городу Архангельску. Она назвала и колокол Иван Данилов, отлила на Севмаше, и выпустила сборник сказок Ивана Данилова, вот, и организовала выставку музея деревянного зодчества Мана Карелы, там ее инициатива была первая. И, вот, и также по инициативе была названа нами планета Иван Данилов, мастер колокольного звона. Это, значит, одна из первых планет, можно сказать, также попала к когорту первых планет, названных именами наших земляков. И, значит, и вот недавно, значит, мы назвали планету Архангельск, и сейчас сертификат на планету Архангельск хранится, значит, в музее мэрии города Архангельска. Очень хорошо, но все же хотелось бы вернуться еще и к вашему творчеству. Вот что за произведения здесь опубликованы? Как они появились? Может быть, какие-то планы у вас есть еще в литературном отношении? Что-то еще планируете написать? Да, первый рассказ мой появился в книге «Мастер колокольных звонов» Иван Данилов, которая была также выпущена по инициативе Ирины Дорофеевой. Вот, это была публикация из газеты «Жизнь», по-моему, или «Ведомости Архангельской губернии», как-то так было еще тогда, была газета такая у нас. И затем, значит, в других газетах также появились мои заметки про Ивана Данилова. Это газета «Правда Севера», газета «Независимый взгляд». Вот. И так как я работал в журналистике, то публицистика – это тоже мое призвание. Я пишу невыдуманные рассказы, те, которые реально произошли с реальными людьми. Вот, в частности, в «Морских красках» также я сделал кровеческую заметку об острове Кий, где мы искали сокровища, когда-то и отдыхали. Тоже получилось интересное, значит, попадание в остров Кий благодаря журналистике. Попадание в остров Кий благодаря журналистике. Вот. Ездил в Малошуйку, ездил в Онегу и попутно, значит, подумалось, почему бы не заехать туда, на остров Кий.
раз в такое время, что можно было попасть. И как раз корабль уже отходил на остров. И знакомые девушки меня пригласили побывать на этом острове с директором Бахтиграевым. И получилась интересная заметка и об острове, и значит, в дальнейшем описаны события интересные. Вот, вообще, значит, в это время я работал на 25-м заводе какое-то время, потому что был временно уволен из газеты. И, значит, попросили меня в редакции съездить в эту командировку. Вот, конечно, можно еще много интересных приключений описать. Но здесь есть еще один рассказ про инопланетян. Как бы он немножко шуточный, но, в принципе, то он и правдивый, потому что все это реально происходило на самом деле, когда, значит, вызывали экстрасенсов и полицию, и вот и уфологов, и там оказалось, что, может быть, какой-то паучок забрал муху, как говорится, там где-то в паутинке, и получилось так, что в видеокамере охранника это просматривалось как инопланетянин, который показывает там какую-то распальцовку, какой-то барабашка прыгает и дразнит, вот, и намекает, что ваш магазин скоро закроется. Вот. Но в итоге, значит, так и получилось. Как раз вот это был переломный момент, опять же, после этого случая, где-то вот уже летом депутаты приняли закон, сухой закон, запрещающий ночью торговлю спиртными напитками. И сейчас вот выходит новый сборник уже «Поморская краска» номер 6, где также будут мои рассказы о ветеранах труда и войны. И я думаю, что людям интересно, когда описываются реальные события. Фантастика, конечно, тоже хорошо. Я писал когда-то в детстве рассказы и фэнтези, и сказки. Вот. Но в итоге сейчас вот предпочитаю публицистику, потому что все-таки люди, творящие историю, должны остаться в нашей памяти. Конечно, и именами звезд, планет называют достойных людей. То есть надо прожить свою жизнь так, чтобы вашим именем назвали звезду. Такой наш девиз, нашего Острякова. Замечательно. Спасибо вам большое, Алексей Анатольевич, за интересный диалог. Мы желаем вам успехов и на литературном, и на астрономическом поприщах. И, конечно же, ваша главная деятельность – это просвещать подрастающее поколение, рассказывать о космосе, о планетах, о звездах. Это замечательно. Всего вам самого доброго. Да, до спасибо, дорогие друзья. Дорогие друзья. Будем надеяться, что и когда-нибудь и вашим именем назовут звезду на небе. Спасибо. Всего доброго.